Еще одна трагедия произошла накануне вечером. В одном из боксов ГСК «Свет» погиб мужчина. В своем гараже он мастерил петарду. Трагедия произошла в районе 10 часов вечера. 30-летний северодвинец мастерил самодельную пороховую петарду из нескольких. Одна из них взорвалась прямо у мужчины в руке. Владельцы соседних боксов услышали громкий хлопок. Вообще предварительно он покупал петарды готовые и их распаковывал и в свой какой-то контейнер металлический. У него обширные травмы тела, раны. Горе-пиротехник скончался на месте. По предварительной версии, взрыв произошел по неосторожности молодого северодвинца. Возгорания не было, а вот опасность масштабного взрыва существовала. В гараже также находились 2 5-литровых и 1 12-литровый баллоны с пропаном, а также сварочный аппарат. Возможно, искра от последнего могла попасть на петарды. Сейчас следователями проводится проверка.